посмотри и поймешь, лучше мира не найдешь. Это я, это он, это ты. Это дом, общий дом из мечты. Приходи в этот дом, будем мы с тобой мечтать, как над облаком и звездами летать. Раз, два, три, и снаружи, и внутри. Этот мир удивительный. Настоящие друзья! А когда мы с папой и мамой на курорте были... Стоп, Муся! Смотрите, как я могу! Видели? Здорово! Ну, слушай, Зо, я тогда на матрасе вот столько проплыла. Да ладно! Ой, лови, лови! Ловко. Спасибо, Макар. Ты настоящий друг. Ой, Зина, подожди! О, мой браслет. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Настоящий друг. Настоящий друг? Опа! Моя шляпа! Ой, шляпка! Держи! Макар, ты настоящий друг и мой герой. Спасибо! Ой! Ну вот! Зина, это тебе! Садись! Спасибо! Ты настоящий друг! Ой! Поехали уже! Ну же, Макар! Жарко! Попить бы! Зина, хочешь компота? Опять ты меня спас, мой герой! Макар, хочешь с нами? Макар, а ты не знаешь, как в это играть? Зо, играйте без меня! Это просто! Цель игры – выбить все городки из города! Спасибо, друг! Ты как всегда! Смотри, вот так! Ура! А я все выбила! Здорово у тебя получилось! Во что еще поиграем? А давай пошутим над ребятами! Пошутим? О, наловим ночью лягушек, подбросим твоим друзьям. Лягушки начнут прыгать, пакать, всех разбудит. Вот смех. Ну, даже не знаю. Ну же, решайся. Будет весело, всем понравится. Я тебе как друг говорю. Ну, если как друг, ладно. Встретимся ночью у пруда. Зина, ты уже ушла? Спать хочу, не мешай. Не видно, наверное, она уже у пруда. Макар? Макар, ребята, Веня, Макар пропал! Зина! Зина, ты тут? Зина! Ладно, сам справлюсь. Ой! Ну куда же ты? Ой! Ничего себе веселье! Макар! Макар, ты нашелся!
мы так переживали! Все проснулись, искали тебя! Спасибо, ребята! Я даже не думал, что вы так будете за меня волноваться. А как же иначе? Ты наш друг! А вы мои друзья! Настоящие! О, нашли Макара! Макар, почему ты ночью ушел? Ой! Да это я пошутить хотел. Лягушек наловить, в домик подкинуть, чтобы весело было. Лягушек ночью прямо в домик? Но это совсем не весело. Настоящие друзья так не поступают. Да, теперь я это понял. Макар, я это тоже поняла. Прости меня. Ладно. А может, и здорово, что так сложилось. Такой концерт могли пропустить. Это? Мяу! И ты тоже нажми! Тайное общество! Скорее бы вечер! А что будет вечером? Я забыл! Ой! Будем отмечать середину смены! Экватор! А как? Сама пока не знаю! Петя, кидай! О, что это? О, карта! Сокровища? Мы будем копать? Смотрите, это столовая. Тут мы спим, а сейчас мы здесь. Получается, сокровище там. Вот здесь. Угу. Копать. Ничего нет. А бревно-то с секретом. Просто тетрадка. Дай посмотреть. Тайное общество, веселые крабы. Ух ты! Пусть каждый день в лагере будет ярким и незабываемым. И подпись «Подводная многоножка». Давайте тоже в тайное общество играть. Я за Колей! Стой, Бо! Это же тайна! Эх, ладно. О, тут и правила общества есть. А там написано, как экватор отмечать. Погоди про экватор. Давайте по порядку. Каждому крабу нужно секретное имя. Чур я ловкая клешня. А я крепкий панцирь. Приятно познакомиться. Я крабуся. А я крабо. А чем еще занимаются в тайном обществе? Смотрите, крабовое приветствие! Хватит! Лучше вот так. Нет, это приветствие смешнее. Эй! Нам еще надо везде вставлять знак общества и свое тайное место выбрать. О, идея! Тут будет наше логово. Стирка. Постираем быстро, будет очень чисто. Здесь чисто. Хм, ладно. Ух, не подходит. Уходим. Тут лучше. Нас точно не найдут. Ух ты! Привет, Сёма! Сёма? А-а-а!
Понимаю! Крабье логово! Ну, крепкий панцирь. Так что там про экватор написано? Про это тут ничего нет. Давайте устроим концерт. Лучше пока смот. Может, оригами? Да, я умею крабиков из бумаги делать. Моя идея лучше. Устроим концерт. Ты уже выбрала нам лучшее тайное место. Мы до сих пор мокрые. Твое было не лучше, крабуся. Если бы не я, общества вообще бы не было. Вообще-то я нашел карту. А я тетрадь. Ну и пожалуйста, я ухожу из общества. И я. Пустите! Теперь никакой экватор из-за вас не получится. Почему не получится? Тайна! Тайна! Кто Вене про крабов рассказал, а? Когда-то я тоже был веселым крабом. Я подводная многоножка. Веня, ты? Может, ты знаешь, как отмечать экватор? Мы устраивали общий праздник, и каждый готовил свое любимое развлечение. Тетрадку найдут будущие поколения веселых крабов. Стойте! Впишем еще одно правило. Веселые крабы никогда не ссорятся. И любые вопросы решают вместе и дружно. Вот так. Чистая правда. Вышел я на берег моря. Нет, не то. Я тоже хочу покачаться. Я только начала. Сейчас, еще немного. Веня, а Зо мне не дает качаться. Я же сказала, что еще немного покачаюсь и уступлю. Ну, значит, все в порядке. Обожаю качели. И зачем ты Вене сказала, что я не даю тебе качаться? Ну, это чистая правда. То, что быстренько поднял, то как будто не ронял. А Миша ест грязное яблоко. А? Миша, надо сначала помыть, а потом уже поесть. Ну и зачем ты нажаловалась, Зина, что я яблоко грязное ем? Так это же чистая правда. Ты могла эту чистую правду и мне сказать, а не Люсе. Ой! Привет, Серый! Привет! Ух ты! Вот это корабль! А Бому альбом взял! Чистая правда! Да я просто рисунок хотел посмотреть! Да-да, конечно! Волны плещутся, мерцая. Снова не то. Серый, печеньку хочешь? Для вдохновения. Полненько осталось. О, спасибо, Луша. Ой, улетела. А Луша мусорит. Чистая правда. Тут такое делается.
Я! Вот, Эдик, мальчики дерутся. Ничего мы не деремся. Просто Толик попросил одному приемчику научить. Защитному. Отличная техника. Молодец, Миша. И стоило меня ради этого с музыкального занятия уводить. И зачем надо было за Эдиком бежать? Нас спросить не могла. Не надо мне тут советовать. Дописал наконец-то! Ребят, можно с вами? Давно пора! Камней тут поналожили! Я всю неделю ее писал. Держи ее! Лови ее! Ой! Серый, вот! Кажется, все собрали. Третьей страницы нет. О, вот она. Но я же все листочки камнем придавил. Почему все разлетелось? Зина! Может, ты что-то знаешь? Правда! Чистую правду. Это... Я упустила листочки. Серый, извини. И вы, ребята, за мою эту чистую правду простите. Качелями там, и с альбомом, ну и вообще. Теперь я буду сначала с вами все обсуждать, а не с вожатыми. И это чистая правда. Теперь ничего не потеряется. Твоя поэма «Море». Ого, как настоящая книжка. Спасибо, Зина. Давай, Серый, читай уже свою поэму. Поэма «Море». Над морской лазурной гладью гордо веет чаек стая. Прибежали мы купаться, и все чайки улетают. Волны пенятся, играя, ну и мы играем в мячик. Обожаю я наш лагерь и друзей своих в придачу. Замечательно! Браво! Молодец, Серый! Повторюша! Давай, давай! Скорей, скорей! Подождите меня! Подождите! Финиш! Да я просто просчитала траекторию движения. Тут срезала, там обошла, ну и вот. Траекторию. Вот эта Лиска умная. И веселая. У меня вот машинка что-то плохо ехала. Давай посмотрю. А, и модная. Вот бы и мне быть, как Лиска. Так, что же тут может быть? Во, так у тебя листик в колесе застрял. Минутку, нужно чем-то подцепить. Вот, держи, Лиска. О, спасибо. Ого, Снежана, у тебя браслетик точь-в-точь, как у Лиски. Да. Обед, обед, все на обед. Снежана, держи сок. Как Лиска. Ну ты же мангово любишь. Это я раньше мангово любила. А теперь я люблю томатный. Почувствуйте всю плавность линий. Рисуйте с душой. Снежана, дашь голубой, пожалуйста? У меня закончился.
Конечно. Держи, Зо. Молодцы! Отличный торт! Какой дракон! Ракета! Ой, Снежана, и у тебя ракета! Да, космическая! Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! Кто не спрятался? Я не виновата! Снежана, может, в другом месте спрячешься? Я вот так, бочком, бочком! Ага! Нашла! Ты чего? Что-то не то. О, добавлю сухоцвет. Отличная идея. Ну вот, мне не хватило. Держи, лист. Мне для тебя не жалко. Правда? Спасибо, Сне. Уже не надо. Лучше я пойду. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, смешная фигура на месте замри. Лиска, давай с нами. Ой, нет, я пас. Сейчас. Опа! Держи, Лиска! Танцы, танцы, вечерние танцы! Ура! Собираемся у сцены! Лиска, что случилось? Ты на пляже с нами не играла, и на площадке. Да потому что там везде Снежана. Что она за мной все повторяет? Повторюша какая-то. Думаю, Снежана тобой восхищается. Вот и хочет быть, как ты. Просто скажи ей, что тебе это неприятно. Думаешь? Эй, Лиска, а ты на танцы идешь? Иду. Только ты за мной ничего не повторяй. Мне это не нравится. Ой, извини, я не знала. Я так больше не буду. Честно-честно. Ну, чего вы тут застряли? Давайте, побежали скорее. Сейчас начнется. Танцевальная вечеринка. Ух ты, Снежана, ты танцуешь как робот. Присоединяйся. Вау, я с вами. Снежана, а тебе что, не обидно? Все повторяют за тобой. Не-а. Совсем не обидно. Раз они повторяют, значит, я придумала классный танец. И правда. А можно я тоже, как ты, потанцую? Конечно, Лиска. И ты за мной что хочешь повторяй. Мне не жалко. Договорились. Только место для пряток, пожалуйста, ищи сама. Дежурная! Доброе утро, ребята! Анжела? Да, ты сегодня дежурная. Я дежурная? Поздравляю! А что мне делать? Тебе нужно... Так, накрыть стол к завтраку, следить за чистотой. Так много дел! Мне нужны помощники. Бо, Коля, Сёма, наведите порядок в спальне. Ну ладно, Хрю. Еще надо принести ракетки на тренировку по теннису, разнести посылки. Сделаем. Ой. Коля, у тебя кровать неровно заправлена. Да вроде нормально. Ой! Сёма, почему беспорядок на тумбочке? О, а ты вообще сегодня умывался? Умывался и зубы.
чистил. Честно. Ладно, тогда пойдем в столовую. К завтраку готовиться. Пока Коля с Семой убираются. Держитесь. Бо, разложи всем тарелки, ложки, чашки и салфетки. И поскорее. Хорошо. Крю, а когда уже завтрак? Сначала руки покажите. Мыли? Да. Какие-то они грязные. Но мы с мылом мыли. Ну честно, что-то не верится. Ладно, еще раз помоем. Ой, Анжела, раздай эти, как их, яблоки, пожалуйста. О, помоги, пожалуйста. Ой, мне бы кто помог. Приятного аппетита. Спасибо. О, давай быстрее. Ой-ой-ой. А что случилось? Почему яблоки на полу? Да это все Бо! Он их разносил! Простите, я случайно! О, не переживай, Бо, я простерну, помою. А после тихого часа играем в теннис! Ура! Анжела, тебе надо будет разбудить и забрать ребят, всех! Да разбужу! Снежана, Анжела, просыпайтесь! Анжела, вставай! У нас же теннис! Анжела всегда долго просыпается. Сейчас тренировка без нас начнется. Анжела, мы уходим. Догоняй! Дайте мне отдохнуть еще минутку. Ну что, готова к тренировке? А где Анжела? Она должна была ракетки принести. Я тут! Ой, меня Коля вовремя не разбудил. А? Вот я и не успела. Ну, раз на них нельзя положиться, то посылки от родителей сама разнеси. После тренировки. Конечно, разнесу. А вот и посылки от родителей. Ура! Снежана, это нам с тобой. Это Коля, это Сёме, а это Бо. Так, что тут у нас? Моему Сёме. Сёма, это тебе. Ой, а тут ничего нет. Ты хочешь отдать мне свою посылку? Спасибо, Сёма! Но я не люблю печенье с орехами. Ну, как? Получили посылки? Бо, а тебе что-то невкусное прислали? Вкусное? Только моя посылка оказалась у Сёмы, а Сёмина у меня. А почему? Потому что... Эх! Это я посылки перепутала. Простите меня. Винила во всем других, а сама... Угощайтесь. Мама сама пекла. Обожаю такие кексики. И вот тоже. Угощайтесь. Мое следующее дежурство. Все будет по-другому. Я буду всем помогать. Зарядка! Один, два, три, четыре, еще один должен быть. Я тут. Пять, чудненько. Ну что, готовы к зарядке? Да. Крю, всегда готов.
готов. С чего начнем? А с чего сами хотите? Я же забыла вам сказать! С этого дня зарядку в лагере проводят дети! Кто хочет быть ведущим? А можно я? Если никто не против. Конечно, Коля, давай! Вот и славно. Николай, начинай. Я скоро вернусь. Ой, мне ж в другую сторону. Значит так. Первое упражнение. Ноги вот так. Руки вот так. И раз, два, три, четыре. Опа! Снежана, лови! Эй! О, вот он куда укатился. Спасибо. А теперь наклоны. Зарядку делаете? Мы тоже. Ой, вот это жук! Куда? Ребята, смотрите, какой жук! Стойте! Мы же не закончили! Ну вот, а давайте в догонялки! Сёма, ты вода! Коля, давай с нами! А зарядка? Ну, как ваши успехи, друзья? Стой! Да вот, занимаемся! Прелестно! Так что же я хотел сказать? Продолжай, Николай! Ага, упражнение «Дерево». И 10. Закончили. Чудесно! Ну а теперь... Что же у нас теперь-то? Да, пробежка! Опять? До столовой! Ура! Побежали! Николай, ты чего приуныл? Что-то никому моя зарядка не нравится. Пусть другие ребята ее проводят. Ты уверен? Зарядку ведь можно, ну, знаешь, сделать веселее! Доверься полету фантазии! Яблочный сок вкуснее! Нет, апельсиновый! Яблочный! Апельсиновый! Яблочный! А я персиковый люблю! Так мы никогда не выберем! А давайте сделаем мультифруктовый сок! Смешаем все ваши любимые фрукты вместе! Лучший сок на свете! Вкуснотища! В одном стакане все самое вкусное! Идея! Новую зарядку. Мультиигровую. В ней все ваши любимые игры. Ух ты! Солнце в небе улыбнулось в детворе. Это значит снова утро на дворе. Просыпайся, умывайся, не ленись. Ух! На зарядку поскорее становись. Это твоя зарядка, ну просто умопомрачительная!
удивительное! Ребята, а что если мы эту зарядку всем лагерем станем делать? Николай, будешь ведущим? А что? Я могу! Утром жду всех на площадке! Хрю! Ура! Следопыты! Старший отряд! Все в сборе! Зина! Я! Петя! Я! Толик! Я! Луша! Я! Серый! Я тоже тут! Сегодня весь лагерь будет играть в следопытов! Ура! Мы отправимся в поход и научимся жить в дикой природе, как путешественники прошлого! Ух ты! В дикой природе! Прям как маленькие! Подумаешь, поход! Серый, вы тоже будете следопытить? Угу. И мы сейчас пойдем. Жалко, что не с тобой в отряде. Ты так много знаешь о природе и столько книжек прочитал. Скажете тоже. Итак, юные следопыты, для начала нужно построить укрытие. Смотрите, как это делается. И повторяйте за мной. Эту ветку сюда, а эту так. Теперь надо хорошенько закрепить. Ну что вам еще непонятно? Давайте строить. Вы ветки возьмите, а я пойду выберу дерево. Смотрите, я волшебник. Ребята, мы же в старшем отряде. Хватит играть. Ой-ой! Ребят, вот тут... Серый, если не помогаешь, так хоть не мешай! О, вы уже все построили? А я смотри, какую палку нашла! Что-то шалаш у вас кривой какой-то. Ну да... Уже готово. О, построили! Оригинально. О, матрас! Ну ладно, моего шалаша на всех хватит. Поместимся. А теперь следующее задание. Поиск еды. А зачем вы ее спрятали? Следопыты питаются тем, что растет под ногами. Ой. Или над головами. Вот лесные гроши. Вы пока их соберите и помойте, а я на минутку к соседнему отряду отойду. Лесная груша, можно скушать. Ну так мы их неделю собирать будем. Ну-ка. Ой, какая мягкая груша. О, а так быстрее. Но они же побьются! Серый, ну хватит ерундой заниматься! Что это Серый делает? Не знаю. Странный он какой-то сегодня. Ой, пойдем скорее. Еду следопытскую отнесем. Ну и еда у этих следопытов. Средний отряд ягод собрал. Обещали поделиться. Пора разводить костер. Я сделаю костровище, а вы заберите хворост и мелкие веточки. Эй, следопыты, за мной! Держи! А ты возьми это. Не стой тебе с делом. Ну ладно, достаточно. Можно идти обратно. А где это обратно? Да вон там, за мной, направо. Ну, вроде же налево. Ладно, подождите меня. Куда это они? Лагерь же там. Может, в той стороне хворост лучше? Ой, а дальше куда? Я не знаю. Я думала сюда, а тут... Мы что, заблудились? Мама! Ну, хватит! Нам сюда! Почему это? Вот смотрите,
Солнце с той стороны, значит, нам туда. За мной! Ну, так и быть. О, вот и вы! А я уже собрался вас искать. Мы заблудились, а Серый нас вывел. А он нас спас! Молодец, Серый! Да не заблудились мы! Я с самого начала знал, куда надо идти. А что же ты нам сразу не сказал? Да, почему? Да я как-то это... застеснялся. Вы все говорили нам туда. Вот я и подумал. Как это, все не правы, а я один прав? Всякое бывает. Не нужно стесняться своего мнения, Серый. Мы тебе доверяем. Блины подождут. Ура, блины! Он приедет! Вот это да! А это кто такой? Ты что, не знаешь? Это маэстро Баран, знаменитый певец. Шарман! У него изумительный голос. Он приехал в наш город, чтобы спеть с детским хором. Зо, а пойдем с нами? Да, ты же хорошо поешь. Ну, не знаю. Петь я, конечно, люблю. Ну и блинчики тоже любишь. О, да, мы в блинную собрались. Пока. 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 Помнишь ли ты, как мы сооружали? Помнишь ли ты? Помню ли я? Ах, этот вкусный аромат! А все приятней во сто крат! На летнем сеновале уже ушли? Как вкусно пахнет! Блинчиками! Добрый день! Из свежих блинов мы вам испечем! О, вам тоже нравится этот исполнитель? О, да! Спеть с ним на сцене – моя заветная мечта! Но этой мечте не суждено сбыться! О, блинчики! А почему не суждено? И правда, почему? Мастер Баран есть, тетя Лошадь тоже. Он поет, и тетя Лошадь тоже поет. Причем поет восхитительно. Есть идея, бежим. Зо, а как же блинчики? Блины подождут. Тут ведь что исполнить нужно? Ой, куда же вы? А вот и блины. О, я только свежих напекла. Шаман, шаман! Как долго я скитался по горам. По горам. Оставил я у тех вершин кусочек сердца и души. Маэстро Баран! Маэстро Баран, а вы в Париже выступали? А вы дадите нам автограф? А у вас бас или баритон? Блины! А блинов не хотите? Блинов? Ну, конечно. В Париже пел, а вот блинов давно не ел. Чудо! Здесь готовят лучшие блины в нашем городе. Лучшие блины! Восхитительно! Просто восхитительно! Гости к нам приходят на блины! Ароматные, свежие, вкусные блины! Ой, куда?
блины. Вас, чарующий голос. Я был бы счастлив спеть с вами на моем концерте. На концерте? Но я не смогу. Кто же тогда будет работать в блинной? Этого мы не предусмотрели. Неужели ничего не получится? Позвольте, в молодости я работала в одном буфете. Я могла бы вас подменить. И мы поможем! Жаль, только концерт не увидим. А у меня другая идея. Пригласить всех посетителей блинной на наш концерт. Пойдемте же скорее. Похоже, блины опять подождут. Помнишь ли ты, как мы по лугу скакали? Мечтаю вдвоем мы споем. Эх! И как по взмаху хвоста воплотилась мечта. Воплотилась мечта. Браво, браво! Браво! Кажется, это успех! Надо его отметить! В моей блинной приглашаю всех! Ура! Блинчики! Наконец-то! Шарман! Коробка дружбы! Оп! Ха! Ехта! Ой! Наконец-то! Я Лиска! А я Муся. Две мои лучшие подруги вместе. И целое лето впереди. Вот мы повеселимся. Вот. Смотри. Так. Сюда, вот так. Молодец! Я в детстве тоже все лето с подружками проводила. Чем мы только не занимались. Сейчас и не вспомнить. А мы никогда не забудем, да, девочки? Ага. А вдруг забудем? А вот и нет. Мы сделаем свою коробку дружбы и положим в нее что-нибудь важное и красивое. Будем дружить и помнить все. У меня для вас и коробка есть. Сувенир от Ба и дедули. Как вкусно пахнет земляничным мылом. И какой красивый замочек. А теперь закопаем ее. Пока коробка тут, нашей дружбе ничего не страшно. Да. Чем теперь займемся? Побежим на перегонки до дома. Сейчас червяков накопаем и на рыбалку. А где копать будем? Да хоть вот тут. Смотри, тут и земля рыхлая. Копал кто-то уже. Значит, место хорошее. Ой, что это? Я первая. Ой, мы же коробку забыли закрыть. Надо исправить, чтобы наша дружба всегда была крепкой.
Ничего не понимаю. Мы же ее вот тут закопали. Коробка была железная. Значит, ее можно металлоискателем найти. Я сейчас. Лиска, ты куда? Муся, левее давай. Да не туда. Ой, на меня давай. Лай, давай, давай, шире движение. Муся. Сейчас до центра земли уже докопаешь. Если я плохо копаю, копай сама. Девочки, сейчас мы коробку научным способом найдем. Да не туда идете, на меня. Лиска, ты нас своей наукой в яму загнала, которую ты, Муся, выкопала. Я хотела как лучше. Вам не угодишь. Я пошла домой. И я. И я к Зо домой. Не понимаю, что случилось? Мы же так хорошо дружили. А теперь... Коробка дружбы пропала. А без нее дружбе конец. Мы что, больше никогда не будем дружить? И навсегда в яме останемся. Ну уж нет. Лиска, что там твоя наука говорит? Как из ямы выбраться? Ой-ой-ой! Значит, дружба от коробки не зависит? Конечно, не зависит. Только куда делась наша коробка? Хрю, привет! А вы чего делаете? Если что, тут больше ни червяков, ни кладов нет. Мы все выкопали. Какой такой клад вы выкопали? Хрю! Моя птичка! Моя ракушка! Мой браслетик! Держи! На память о нашей дружбе! Ой! Вот! Получается, и коробка ваша? Наша, наша! Давай ее сюда! Так! Чего это они испугались? Просто червяки! Мылом земляничным пахнут! Защитник! Зо, еду! Еду! Ура! Бандитуля! Здравствуйте, дорогие мои! А мы с подарком! С подарком! Ах да! Мы из путешествия игру привезли! Прыгомяч называется! Опа! Ой! Сейчас покажем, как играть. Зо, кидай мяч на сетку. А теперь так! Ой, спина! Сейчас, сейчас! Во! Ух! Спасибо, Бо. Зо, я, наверное, немного отдохну. А вы поиграйте пока в прыгомяч с ребятами. О! Спасибо, Бо! Ты настоящий защитник! И мне помог, и дедушке. Да, я защитник! Опа! Бо, кидай уже мне мяч! Держи! Бо, ты почему так странно играешь? Я тебя защищаю! Вдруг мяч в тебя попадет! Ай! Эта игра опасна. Надо во что-то другое поиграть.
О, и с нами играть! Ой. Так-так, перетягивание каната тоже опасно. Бо, ну не придумывай. Я просто немного оступилась. Теперь у каждого свой канат. И ничего перетягивать не нужно. Дети, вот вам вишня и домашний лимонад на перекус. Вот. Бон аппетит! Ой. Спасибо! Вы что? Бо, ну теперь-то что? Там же косточки! А мы аккуратно! Погоди! Вот так... О! Ну вот, одна готова! Сейчас все косточки уберу, и можно будет есть! Я тут вспомнила, мне домой пора! И мне пора! Я тоже вспомнил! Хрю! Но ведь... Стой! Нет! Зо, это все очень опасно. Можно упасть, удариться, улететь. Хорошо, Бо, тогда скажи, что мне не опасно делать? Посидеть можно. Это еще зачем? Так ветер, холодает. Ой, варежки забыл. Нет никакого ветра. Тоже мне. Вот кого защищай. А мне надоело. Держи, Зо. Зо, ты где? Зо! Сколько яблок в этом году? Варенье, компота наготове. Зо! Ой-ой-ой-ой-ой! Спасите! Спасибо. Никакой я не защитник. Меня самого защищать надо. Ничего, Бо, мы не против тебя защищать. Будем защитниками защитника. А меня ты все-таки защитил. Спасибо, Бо. Вот я и снова здоров. Что, молодежь, прыгай мяч поиграть не хотите? Да! И я хочу! Не переживайте, никого я больше защищать не буду. Ой! Только если немножко.